Более 10 лет в Краснодарском крае действует Совет при губернаторе по содействию развития институтов гражданского общества и правам человека. Сегодня он является эффективной площадкой для решения социальных вопросов, для взаимодействия власти и некоммерческих организаций. На днях Славянский район с рабочим визитом посетил председатель комиссии по доступной среде, руководитель Краевого общественного движения по защите прав и интересов инвалидов «Содружество» Павел Снаксарев. Встреча была организована в школе номер 5 города, а в числе приглашенных – специалисты управления образования, руководители и заместители директоров по воспитательной работе. Все они в своей ежедневной работе сталкиваются с теми социальными вопросами, помочь в решении которых может совет при губернаторе. Это и работа с инвалидами, сиротами, социальная работа с талантливыми детьми и их родителями, наставничество и творческий подход, профориентация и арт-терапия. Сейчас совет занимается разработкой гранта, благодаря которому у талантливых детей, занимающихся проектной деятельностью, по разным направлениям появится возможность дальнейшего развития на уровне высшей школы, экспертного совета и экспериментального внедрения. Приехать с советом, помочь именно в школе, потому что сейчас новые нормы. Проектная деятельность мы готовы продвигать. Экспертное сообщество у нас очень сильный. Совет при губернаторе, много комиссий, инновация, просвещение, доступная среда, очень много, патриотизм и так далее. Вот все эти направления, я думаю, что если дети начнут со школы это делать, это будет хорошо. Основная цель визита – рассказать о деятельности совета и работе Краевого движения «Содружество», а также выслушать те проблемы, с которыми сталкиваются педагоги Славянского района. Участники встречи задали интересующие их вопросы по развитию проекта «Доступная среда», инклюзивному обучению и возможности повышения уровня компетенции педагогов для работы с детьми-инвалидами. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».